18 раз учащиеся 5-й гимназии были торжественно посвящены в гимназисты. Сегодня их ряды пополнили юные Антон Жук и Анна Луцевич. Ребята называют свою гимназию храмом науки и вторым домом, а церемонию посвящения – особым событием. Ведь быть гимназистом непросто. Это очень хорошо учиться, всегда помогать учителям, если у них какие-то проблемы возникают, детям помогать. И учиться на одни хорошие оценки. Ну, это значит учиться на одни хорошие оценки. Значит, все время с кем-то дружить в гимназии, уважать всех учителей. Значит, что все время как бы хорошо вот, выглядеть. Как и полагается, настоящим гимназистам свои 11 они ставят перед собой совсем не детские и серьезные задачи. Активно участвовать в жизни своего учреждения, быть трудолюбивыми, помогать друг другу, стать не просто перспективными выпускниками, но и просто хорошими людьми. 48 пятиклашек в стенах Брестского областного краеведческого музея в этот раз обрели новое звание. Мы пришли к выводу, что посвящать детей в гимназисты в стенах вот этого здания все-таки это важнее, наверное, чем в стенах школы, потому что музей, хранилище истории, да, хранилище впечатлений, каких-то артефактов, поэтому дети, когда приходят сюда, все-таки они, видите, да, стали тише себя вести, они стали более внимательными, более такими серьезными. Сегодня в адрес школьников звучали слова пожеланий и поздравлений. Работники музея и учителя желали ребятам стать продолжателями лучших традиций своей гимназии, стремиться к знаниям и руководствоваться и в учебе, и в жизни принципами добра и справедливости. В стенах музея церемония посвящения учащихся в гимназисты проходит в третий раз. Символично, ведь именно здесь каждый угол помещения пропитан историей и многовековыми традициями. Церемония проходит обычно в октябре, потому что был открыт Царско-сельский лицей, и вот к этому приурочено вот такое посвящение. Это придумано в школах, это придумано в гимназиях, а мы предложили вот как бы в наших красивых, так сказать, залах это проводить.